Ну а мешканців забрали вообще? Ну, Аліну забрали з 4-го этажа. Нога і рука травмірована, травматологію. І забрали двоє діток маленьких. Что-то травмировано тоже было. Это из этих квартир, вот, да? Да. Мы знаем, что пуски відбувались в місто Горлівки. Мы знали, что туди заходят 4 ці установки, які дані розвідки маються. Але ніхто не думав, що саме під час підготовки переговорів в Мінську буде наноситись удар по мирним кварталам міста Краматорськ. Ну, по даним на сьогоднішній день, десь близько 18 ракет на території міста Краматорськ і десь 14 в районі штабу АТО. Ну, це не значить, що в самому штабі АТО. Ви розумієте, що це касетні боєприпаси, вони призначені для враження живої сили, вони площадні, але не дуже точні. І якби ці ракети влучили жилі квартали, будинки, де проживають люди, то було б набагато більше поранених і вбитих. А соседи хоть есть там? Как-то соседи можно, там есть. Можно посмотреть, попасть туда? Туда не попадем. Наташа, ну что, твои МЧС. Отваливаться, потому что... Не, ну нам тоже там насчет этого забирать хочет. Или там еще это, у мужчины под ногой ворота. Там она практически не как раз. Ничего не видели? Человек погиб. А как думаете вообще, ну откуда это все летело? И кому это нужно было? Ведь у вас... Вы на Дворцовой были там возле Розы Ветров, да? Ну, говорят, строго с юга прилетела она. Вот так она торчала, возле дома этого, да, торчала параллельно. И там, за этим, в этом самом. Еще говорят, это... Со стороны гор, если с Горловки, то она поедет по другому. Не знаю, ну как бы на Донец говорят. А там кто его там? Ну, а какой там, канал? Не знаю, прямо вот отчало. Перпендикуляр на дороге. Это где находится? Соколванцете, возле АТБ, ниже поликлиники. Я хоть не... Ну, думаю, украинцы сами по себе не стали стрелять. Понятно. Ну и есть, я так понимаю, это снаряды, ну это говорят, дальнего просто... действия как-то вот. Ну дальнего, просто слышал мнение тоже, что говорят, что это в поликлинике парень служил и говорит, что это хаотичность, потому что это не целенаправленно. Какое-то, ну, неправильно, то есть не было рассчитано на. Если она говорит, попадали с этих вот таких вот выстрелов, то говорит, оно было бы более кучнее, не таким разбросом. То есть непонятно вообще, ну, сама суть этих попаданий. Так как летало все. А чего прячетесь? Смотри, полетело, что-то еще.